Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как все в Адаме умирают, так во Христе все оживут, и хоть об этом люди знают, но не хотят к Христу прильнуть. Поэтому мы, христиане, должны нести свет в этот мир. Зажег свечу, ее не прячут. Подсвечник ставит, чтоб светить с тобой среди этой тьмы. Мы должны светить, ведь свет Христа мира это мы. Мы должны гореть, всегда гореть во мраке среди зла. Мы должны гореть, ведь нас с тобой любовь Христа зажгла. Сделав труп своим кумиром, мир идет к греху острее. Но Христос зажег для мира в этой тьме небесный свет. Будем свет Его чудесный для людей отображать. Будем силою небесной враг бесовский поражать. Мы должны светить, всегда светить с тобой среди этой тьмы. Мы должны светить, ведь свет Христа для мира это мы. Мы должны гореть, всегда гореть во мраке среди зла. Мы должны гореть, ведь нас с тобой любовь Христа зажгла. Шагает бездорожье, а вокруг кромешный мрак. Ты и я, светильник Божий, нам с тобой не страшен враг. Распрями пошире плечи и пойдем в смертельный бой. Пусть вокруг зажгутся свечи, вдохновленные тобой. Мы должны светить, всегда светить с тобой среди этой тьмы. Мы должны светить, ведь свет Христа для мира это мы. Мы должны гореть, всегда гореть во мраке среди зла. Мы должны гореть, ведь нас с тобой любовь Христа зажгла.